благодати мы находимся на необыкновенном фееричном зрелище. В отеле Rixos, the land of legends. Самый крутой отель в Белеге находится. В общем, смотрите в этом видео все самое интересное и классное. Это просто невероятная новогодняя сказка благодаря Лиле, которая организовала эту поездку. Всегда а вот и похититель Рождества. А вот и похититель Рождества. Мы уже доехали до Белика. Вот такие вот у нас замечательные автобусы сзади меня. Доехали до отеля. А вот вся наша группа большая. И сейчас, друзья, мы идем смотреть. Что мы идем смотреть? Санта-Клаусов, пляшущих около елки. А потом будет феерическое шоу на воде. И фейерверк, лазерное шоу и так далее. Поэтому оставайтесь с нами, будет очень интересно. Потому что этот отель, я, кстати, была здесь в прошлом году, по-моему. В прошлом году мы приезжали на встречу с Валерией и с Иосифом Пригожиным. Видео с той встречи не сохранилось, я вам скажу почему. Потому что после концерта, здесь был концерт Валерии, и она была уставшая. И попросила ее не снимать. Фотография есть. В общем, мы очень мило пообщались. А отель этот просто потрясающий. Поэтому всем рекомендую. Вот он, волшебный замок. И этот отель называется The Land of Legends. Находится он в Белике. Здесь проходят очень много концертов, различные шоу. За этим замком расположена мини-Венеция. Сейчас я вам покажу, как выглядит сама площадь этого отеля. Вот вы видите, здесь находится замок, стадион. Здесь есть торговый центр, секретная лагуна. Какие-то волны. В общем, тропическая зона. Очень-очень много всего интересного. И сейчас мы с вами прогуляемся по территории этого волшебного. Посмотрите, как классно новогоднее настроение. По территории этого волшебного отеля. Кстати, вход на все представления новогодние бесплатный. Вот мне интересно, как вы думаете, друзья, что расположено непосредственно в самом этом замке? Как вам кажется? Может быть, там расположены самые дорогие комнаты? О, есть и мид-сарай. Можно выпить кофе. И самое главное, все интересное проходит на той стороне. Очень красиво. Посмотрите, как классно. Ну, вот на этой сцене проходят многочисленные концерты. Приезжают сюда очень-очень много российских звезд. Как, например, Валерия, Тимати, Григорий Лепс и так далее. И здесь становится очень людно. Ну, а мы уже слышим новогодние напевы и звенят колокольчики. Давайте посмотрим, что там. Посмотрите, какая красота. Замок просто необыкновенный. Когда начинается волшебное шоу на воде, здесь стоит просто невероятная атмосфера. Посмотрите, кони, кареты. Ну а здесь, кстати, открыли очень много разных магазинов, типа LC Waikiki, Flo. И далее мы видим здание. Когда мы, кстати, приезжали сюда последний раз, здесь было... Не было этих всех магазинов, и отель только открылся. Ну, а вот в том здании уже начинаются жилые корпуса. Я постараюсь пройти внутрь гостиницы, показать вам холл. Там тоже очень красиво. Вот она, елка. Только Санты почему-то не видно. И Деда Морозов тоже.
невероятная, такая красота, потрясающие огоньки. Посмотрите, какой замок. Но сейчас его не очень хорошо видно. И вот в этом, на этом канале проходит, но я думаю, что каждый день, кстати, в течение всего года, потрясающее шоу, которое начинается в 8 часов. И вы можете также приехать сюда в отель и посмотреть на это шоу и просто полюбоваться всей этой красотой. Канал, на котором проходит представление, венчает вот такой вот потрясающий фонтан. Очень интересный дизайн. И здесь, как я уже сказала, много-много. Если вы хотите получить незабываемые впечатления от вашего отпуска, то, конечно же, куда стоит ехать? В этот отель. Но цены, естественно, не дешевые здесь. Очень дорогие. Здесь также ходят прогулочные кораблики. Вот вы видите. Если хотите прогуляться на лодке, подходите сюда. А давайте узнаем, сколько это стоит. На лодке также можно прокатиться бесплатно. Поэтому мы сейчас тоже попробуем. Мы уже в лодке, сейчас отплываем. Маленькая Венеция. Классно. Такое ощущение, как в Венеции. Хотя длина канала не такая уж и большая. Но очень классно. Просто невероятно. Очень нереальное ощущение. Просто обалдеть. Ну, конечно, по бокам видно бетон. Это вам не Венеция, но очень-очень здорово. И тем более, когда, друзья, это все бесплатно. Это добавляет еще большего кайфа. Ну, вот так вот в этой гостинице, так вот они решили сделать. Сейчас мы подъезжаем к самому интересному месту, к замку. Я в Семит Сарай купила себе вот такой вот сэндвич, и чтобы самое главное, чтобы погреться. Я сегодня без Айхана, я сегодня с группой, потому что Айхан по работе остался в Алане, не поехал. И, кстати, знаете, что я заметила? Что в этом отеле, несмотря на то, что это супер люксовый отель, цены в кафешке абсолютно такие же, как и в любом другом месте, например, в центре Алани. В общем, пью турецкий чай, кушаю вот такую вот вкуснятину и жду шоу. Это будет самое восхитительное. А вот так вот выглядит лобби отеля. Очень интересный здесь дизайн. Вот на входе прям... Мне очень нравится здесь дизайн стульев, например, вот этих. А вот это вот атомное. Ага. Очень классно. Так, а здесь что у нас? Какая-то комнатка. Библиотека, типа. Ой, как здорово! О, класс, да? Точно, библиотека и небольшой амфитеатр. Амфитеатр и мультики смотреть можно. Слушайте, ну здесь просто рай для детей. Даже горка. Чего здесь только нет. Здесь тоже какое-то помещение. Овечки, качалки. А, здесь кушали. Да. Да, ресторан, да. Ага. А вот так вот выглядит туалет. О, это просто кайф. И детский умывальничек. Очень здорово. Очень классно. Это, наверное, самый необычный туалет, в котором я когда-либо была. Ой, детский унитазик.
и взрослый. Еще деткам раздают, представляете, на машинке ездит, раздает конфеты и шарики. Вот так вот выглядит главный вход в гостиницу. Подарили шарик, представляете? Слушайте, сегодня просто невероятно потрясающий вечер. Сказка, просто какая-то сказка. А вот и подарки для детей. Это все бесплатно, кстати, можно брать. Ну, для постояльцев. Детки могут походить, брать. Знаешь, когда ты угощаешь, да. Всякие чупа-чупсы, сладости. О, пингвин! Слушай, надо вот сюда отойти. Так его можно погладить, слушай. Ну-ка, подожди, сейчас еще кто-нибудь еще сейчас. Да вообще. О, все, появляется. О, акулы. Ой, дельфины. Супер, конечно. Все, моя мечта сбылась, я погладила дельфина. А еще здесь есть куча разных зеркал, кривое. Ой, утончающее, утолщающее, его мы быстро проходим, делающее тебя лилипутом. В общем, друзья, здесь просто невероятно классно. В этой гостинице внизу находится игровая зона. Там мы еще не были. Ну, а здесь на этаже уже начинаются номера. Я думаю, что даже лифт. Сейчас я вам покажу лифт. Вот так вот он выглядит. Ну-ка, у меня. А где я? А у меня нет ша... О! Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Шапка не падает. Друзья, еще здесь куча разных вот таких вот игр. В общем, в этой гостинице столько всего интересного. Особенно для детей. Все, я проиграла. Арда. Шире стало, солнце. Thank you.
мешает получить подарочки. Только деточек. Деточки ждут подарочек. Деточки ждут подарочки. Родители, пожалуйста, назад немножко. Dear parents, please, a little bit back. This present only for the kids. Они его любят, вам верят, гереть, и тебя чуть-чуть гореть, а вам дорогие родители, убедительная просьба. Это что-то невероятное.